Здравствуйте, дорогие родственники, друзья. Вот такой маленькой кастрюлькой, 1,5-литровой варю каши. Я позавтракала уже с нашим помощником по дому, а вот муж еще не завтракал. Он потому что рано утром ел вчерашнюю нашу турецкую кашу. Это каша из 7 злаков. Она такая красивая получается, и не нужно долго варить. Закипела вода, посолила эту воду и положила крупу. Купила вот в светофоре домашняя каша, копродукт 7 злаков. Не требует варки. Но я ее немного, чуть-чуть, минуту-две, пока она вода закипит, брошу туда крупу. И пока помешиваю, ну вот минуту-две она проваривается. Сюда входит пшеничная крупа, гречиха, пшено, ячмень, кукуруза, рис и овес. Каша очень вкусная получилась. Еще вот мы только одну кукурузную такую едим. Не только кукурузная. Мягкая какая-то крупа, без всяких отрубей. Она тоже заваривается кипятком, и варить ее не надо. И такую мы тоже любим. Всем доброго здоровья. Мир дому вашему.